улица Победы. Решил выехать сегодня в поселок Карла Маркса. Это район Червоногородецкой автостанции. Так, это улица Уфимская. Нам ее не надо. Мы ее проедем и поедем прямо. Можно было и по центральным дорогам доехать. Ну, как всегда, ехать лучше там, где нет машин. Весна, Матеевте весна. Все зеленое. Ехать бы как-то без последствий. Поклонники Виктора Цоя оставили свой автограф. Какие-то гаражи. Если честно, сам не знаю, куда еду. В общем, блукаем по поселку Карла Маркса. Тут уже частные дома пошли. Собаки. Белка. Видите белку? Вон там. Маленькая белка. Что-то я вообще не пойму, куда я заехал. Иди ты, блин. Сколько вас. Этих собак. Подлюк. Спугала.
вообще в планах снимать вообще не было. Просто выехал немного отдохнуть для себя. Ну, камера оказалась в кармане, поэтому немного сниму район Гвардейки. Тем более меня просили это сделать в комментариях под некоторыми видео. Покажем его с разных сторон. Малышня гоняет на велосипедах. Так, вижу поворот налево сейчас. Наверное, будем поворачивать. Да и пора на карту посмотреть. А то так можно заехать далеко и надолго. Так, немного свернул на улицу Фестивальную. А то если бы я дальше поехал прямо, выехал бы к кладбищу Карла Маркса. А оно нам не надо. Сейчас здесь перейдем железнодорожные пути. Ого. Уже пешком. Женщины, которые отличились в истории: София Уильсон, Роза Люксембург, Надежда Константиновна Крупская, Мария Ивановна Долина, Розалия Самойлова, землячка. Фамилия землячка. Улица Свободы. Главная дорога идет направо. Ну и мы, наверное, поедем направо. Сейчас я заезжаю на автостанцию Червоногвардейская. Thank you.
Как видите, все работает. Некоторые люди даже соблюдают масочный режим, но маски на улицах носить не обязательно. Обязательно их одевать в общественных местах. Сектор миграционной службы Червоногорецкого района. В общем, проще говоря, паспортный стол. Тут информация для всех и каждому. Что, как и почем. Читать много. А напротив стоит памятник Ленину. Белоснежный. Покрасили с ног до головы. Это парк. Сейчас, наверное, заедем. Здесь я был последний раз года два, наверное, назад. Голуби такие тут опасные. Чуть не сбил меня. Такой небольшой. Не успел заехать, уже выезжать надо. Небольшой, но с пушкой. Памятник установлен в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. 41-45 год. Наверное, еще тех времен. Быть может, даже и участвовала в этих самых боевых действиях. Не может, а скорее всего, так оно и было. Тут ремонт идет, окна новые поставили. Фиеста. Бар или ресторан. Двигаюсь по улице Комарова. Я уеду до 2-го на недельку в Комарова. Вспомнилась такая песня. Ну, это я уже покидаю поселок Карла Маркса и двигаюсь в направлении улицы Победы. Как вы уже догадались, еду не по центральной улице, а по проселочным дорогам. А тут бывает, встречается вот такая вот жесть. Матеевская жесть.
Зато голубям хорошо. Да, здесь спуск, а потом подъем идет. Горьковский пруд. Тишь да гладь. Там он рыбачит. Да, к вечеру погодка утихла. Возле те разбитые дома, в которых я зимой был. Утка плавает. Я подъехал, она уплывает дальше. Пугливые они какие-то. Да, вон еще на рыбалку приехали. Не знаю, я не рыбак. Как-то не увлекает меня этот процесс. Каждому свое.